В Махачкале 14:45 в студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. В Москве завершился 17-й съезд политической партии «Единая Россия». Съезд единодушно высказался за то, чтобы поддержать на предстоящих выборах президента Российской Федерации кандидатуру Владимира Путина. Решение это было очевидным и ожидаемым, так как «Единая Россия» традиционно поддерживает Владимира Путина по всем ключевым вопросам политической повестки. Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев прокомментировал итоги работы 17-го съезда партии «Единая Россия». В ходе общения с журналистами руководитель региона отметил, что в первый день съезда на 7 дискуссионных площадках были обсуждены основные направления, которые определяют качество жизни людей и будущее страны. В честь сотрудника Росгвардии прапорщика Бийсултана Хайбулаева названа одна из улиц села Дылым Казбековского района. Напомню, Хайбулаев погиб во время спецоперации против вооруженных бандитов 17 июня 2016 года в селе Ерси Табасаранского района. В преддверии проведения конференции на тему «Религиозное просвещение как фактор профилактики идеологии терроризма и экстремизма» глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов встретился с доктором шариатских наук шейхом Мустафой Диб Альбуга. В ходе встречи Акмазов отметил, что муниципалитетам будет оказываться вся необходимая поддержка для тесных взаимоотношений. В Махачкале прошел конгресс «Ты предприниматель». В рамках мероприятия были подведены итоги реализации федеральной программы, которая направлена на обучение молодежи базовым предпринимательским знаниям и навыкам. Новости культуры. Заслуженному художнику России Альберту Хаджаеву исполнилось 80 лет. В своем творчестве он продолжает традиции реалистической школы живописи. Его имя включено в каталог художников мира. Работы художника хранятся в государственных музеях Дагестана и частных коллекциях. Вести спорт. Воспитанница Хасавюртовской школы самбо Зарима Гамзатова завоевала золотую медаль первенства общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» в Элисте. Еще двое дагестанских атлетов заняли второе и третье места. Погода. Сегодня в 13 часов в Махачкале температура воздуха была 10 градусов, а в ближайшие сутки в нашей столице ожидается дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду с усилением во второй половине ночи до 23 метров в секунду. Температура ночью 3-5, днем 7-9 тепла.